Итак, Кокарев, номер 34-й, Даниил Пелих, капитан команды. Номер 72-й, Данила Гайворонский. Под пятым 8. Номером играет Виктор Козырев. 6-й, Игорь Воробьев, капитан команды. Уровень организации юношеской футбольной лиги достаточно высокий. Это заметно по приветственной картинке, по тому даже, как начинается этот матч. Видим замечательную арку в центре поля, подставку для мяча. В общем, все сегодня серьезно. Ну и надеемся, что серьезной получится игра. Ведь как по-другому, друзья, может быть, значит. Да, так и происходит. Звучит стартовый свисток. Начинают футболисты Краснодара. Ну и продолжу я свою мысль. «Зенит» имеет 6 очков балла, в своем активе. Но на одну игру меньше провели футболисты клуба Сергея Галицкого. Первый опасный момент выбивают. Игра в запасе. Игра против московского «Спартака», которая перенесена на ноябрь. Так что этот матч третьего тура мы обязательно увидим. Какая ошибка, друзья! И пенальти. Пенальти в самом начале матча. Тимофеев. Разбег. 1-0, друзья. Выходят вперед игроки футбольного клуба «Краснодар». В самом начале встречи открывают счет в гостевом поединке. Максим Кутовой отличился. 99-й номер. Пас на Никиту Терещука, который сегодня также в стартом составе. Тем временем штрафной у нас был «Зенита». Болдырев с мячом. Отдает передачу в штрафную площадь. Вот это может быть очень опасный удар по воротам. Но удар, надо сказать, уважаемые зрители, и по прошлому матчу было видно, что футболисты «Зенита» выходят с 1 по 11 номера на футбольное поле в стартом составе. Здесь была передача. Кутовой идет вперед сам в окружении нескольких соперников. Но здесь успешно его накрывают. Хотя эпизод еще не закончен. Вот только сейчас на Кокоева играют несколько стеночек здесь еще очередной. Мы видим Кутовой с мячом. Передача была неточна. Или это был удар? Коротков отдает передачу на Губжокова. Здесь он мог зацепиться за мяч. Под девятым номером он уже в стартовом составе. Вот теперь получает мяч. Идет сам. Может быть, получится опасный выход. Слишком долго это делает Никита. Отдает передачу. И здесь футболисты Краснодара отбиваются. Но не тут-то было. Функционеров, агентов и так далее. Максим Кутовой сейчас в атаке. Есть возможность пробить. Но здесь офсайд был за Академия Коноплева, который принимает футболистов из спортивной школы Олимпийского резерва. «Зенит» здесь не... Борьба в центре поля, из которой победителем выходит 10 номер Быков. И передача на Кутового, который борется за мячом. Вот теперь уже нарушение правил и красная карточка, друзья. Вот так вот. Фол последней надежды. 2-0. 2-0. Все, в тот же угол бьют футболисты Краснодара и удваивают свое преимущество. Интересно теперь будет посмотреть за тем, как же перестроит игру своей команды Игорь Лебедев. В десятером остаются зенитовцы. И какие-то перестановки наверняка будут. Замен можно делать, напоминаю, много. Наверняка. Итак, подача в центр штрафной. Выбивает мяч Арсений Зигангиров. Здорово сыграл третий номер «Зенита». Как теряет мяч Арсений. И вновь здесь 14 номер Краснодара дает передачу. И здесь уже пижонские действия со стороны. Подхватывает. Есть возможность продолжить эту атаку. Фурин. Передача на Кокоева идет. Сам вперед. 10 номер Краснодара. Заходит в штрафную площадь. Нужно давать передачу. Это был удар. Здорово с ним справляется вот Максим Терещук на левом фланге атаки. Некому делать сейчас передачу. Необходимо самому решать Никите, что, собственно говоря, он и делает. И передача извлекает. Кузнецов на Югалдина. Есть возможность отсюда пробить и неплохой удар, но на месте оказался Никита Кокарев. Да, футболиста, который помогает и в опорной зоне, и успевает начинать атаки своей команды. Теперь он смещается в защиту, а вот здесь опасная атака Краснодара, но команда готова начать второй тайм. Звучит стартовый свисток. Да, Максим Кутовой поле покинул, и вместо него на поле появился Михаил Берснев под девятым номером. Максим Кутовой неплохо смотрелся, был полезен в атаке и стал сегодняшней встрече. Ну и команда Краснодар
Артем Анатольевич Куликов. Вот сейчас есть возможность забить третий гол. Что и происходит. Никита Фурин. Здорово в большинстве играют футболисты Краснодара. Да, вот так вот они здорово начинают каждый из таймов сегодняшней встречи. Помним, что уже на первой минуте в первой половине заработали футболисты с юга России угловой. После этого на третьей минуте был заработан пенальти, который уверенно реализовал Максим Кутовой. После этого и второй Иван Бычков. Третий номер Арсений Зигангиров. Продолжим после этой атаки. Кузнецов идет по правому флангу, обыгрывает. И сам наносил удар. Сейчас Даниил. Идет сам Исламбек вперед. Есть возможность нанести дальний удар. Что и происходит. И здорово. 2-0 играет после первой половины игры. Вот теперь Никита Терещук прорывается по левому флангу. Сам теряет мяч. Падает. Прекрасно себя показали и в прошлом году, имев все шансы пробиться в российскую премьер-лигу через стыковые матчи. Здесь было... Нет, теряют они. Вот это может быть очень опасно. 24-й номер с мячом отдает точную передачу на 9-го. И нужно решать этот эпизод, что, собственно говоря, и происходит. Счет 4-0. Для того, чтобы отыгрываться, 4-0 выигрывают футболисты Краснодара. Михаил Бершнев стал автором забитого мяча. Со второй попытки сумел он распечатать ворота Максима Денис Кравченко. Отмечаем мы игру 20-го номера петербургской команды, которая недавно появилась в матче. Стремится к своим воротам седьмой номер «Зенита». Ошибка Максима Тимофеева. Удар по воротам, но здесь уже голкипер сыграл надежно после того, как... Передача вот теперь на Кравченко, который может использовать этот момент. Отдает пас на Терещука. Накрывает удар в центр поля через капитана играть. Воробьев отдает передачу вперед на Кравченко по задумке, но не сумел Денис свою атаку. 11 номер Степан Комар идет с мячом вперед. Отдает передачу, но стычок я, уважаемые зрители, лично не нахожу. Прессинг со стороны «Зенита». Прекрасно действуют юные петербургские футболисты и наносят удар по воротам. Был, наверное, пожалуй, самый... Хотя мы знаем много примеров универсальных игроков. О них позже. А пока что удар и спасает свою команду защитник. Точнее, это был даже не защитник, а 20-й номер. В составе «Зенита» было также Саба Сазонов. Напоминаю, на 29-й минуте встречи был удален. Здесь нарушение правил. 4-й номер Дмитрий Кратков. Опасная атака здесь прекрасно. Ну и здесь у нас интересная связка на левом фланге у Краснодара. Также сейчас появляется один. Через левый фланг начинается эта атака. Да, здесь было нарушение правил со стороны для «Зенита». Кравченко, навес. И на мяче первыми оказываются игроки Краснодара. Вот теперь фол в атаке. И вот это верная возможность для того, чтобы... Итак, удар по воротам. Удар неточный. И все, друзья, матч окончен со счетом 4-0. Побеждают футболисты Краснодара. Поздравляем мы команду Артема Куликова. Ну и впереди у нас еще множество матчей.